В Димитровградском городском суде в пятницу 28 февраля была поставлена точка в судебных разбирательствах по итогам избирательной кампании 2018 года. Напомним, нынешний спикер Гордумы Александр Ерышев был избран депутатом по спискам КПРФ. Параллельно он баллотировался в советы Лебежинского, Новомаинского и Новоселкинского поселений. Там Ерышев тоже одержал победу, но от мандатов сельских парламентов отказался. Тогда в процессе предвыборной гонки, а затем и в пылу победной эйфории, мало кто обратил внимание на сей факт. Ведь в народе принято считать, что победителей не судят. Да и партийный босс ульяновских коммунистов, депутат Госдумы Алексей Куриной и депутат Заксобрания Айрат Гибадинов вряд ли напомнили младшим коллегам по партии про такую мелочь в законе. Подумаешь, каких-то 5 миллионов рублей из карманов рядовых коммунистов и обман надежд избирателей. Тем не менее, только ТИК Меликесского района был вынужден провести повторные выборы в трех муниципальных образованиях, затратив при этом 915 тысяч бюджетных рублей. Именно эти средства через суд и пытались вернуть в казну, поскольку в добровольном порядке Ерышев делать это отказался. Решение суда Александр Ерышев слушал с улыбкой на лице. Вряд ли в этот момент он вспомнил, что на эти деньги в одном из поселений можно было провести свет или газ, сделать небольшой ремонт дома культуры или детского сада. А ведь деньги на повторные выборы тратились из бюджета этих и без того небогатых поселений. Зато после оглашения результативной части, как обычно, Ерышев обвинил во всем политических противников, забыв при этом, видимо, что за каждой его победой стоят конкретные люди, которым КПРФ обещала светлое коммунистическое будущее. Это цирк, который устроен данным продажным судом, который Морозов затеял для того, чтобы, так сказать, рассчитаться со мной. Заметьте, ни слова Ерышев не сказал о том, что сожалеет, что обманул доверие своих избирателей, которые поверили, что он будет защищать их интересы в тех самых трех поселениях. Ни слова о том, что из-за него пришлось потратить почти миллион бюджетных рублей на повторные выборы. Вот такая она нынче. Власть коммунистическая с налетом капитализма. Наталья Васильева, Кимран Кичимайкин, Анжелика Боровинок. Специально для «Репортер 73» из Димитровграда.